звезда показала поклонникам эффектный снимок. Поклонники не устают повторять, что в свои 50 лет певица Валерия продолжает оставаться одной из самых ярких звезд отечественного шоу-бизнеса и выглядит эффектнее многих более молодых коллег по цеху. Звездная артистка может себе позволить появиться на публике в самом необычном наряде, а свои новые, иногда провокационные образы, любит демонстрировать в соцсетях. Последний снимок Валерии в Инстаграм привлек повышенное внимание фанатов. На фотографии певица запечатлена без одежды, а на ее голове закреплен отрезок легкой темной ткани, напоминающий по форме корону Нефертити. В подписи к посту Валерия отметила, что именно древняя египетская царица вдохновила фотографа на этот кадр. Больше по теме награжденная орденом Валерия вспомнила о скончавшемся Кобзоне певица заявила, что будет благодарна своему наставнику до конца дней. Фотограф Дамир Жукенов, современная Нефертити, подписала фото знаменитость. Подписчики не поскупились на комплименты артистки, заявив, что она настоящий эталон красоты и чувственности и выглядит, как всегда, потрясающе. Впрочем, иногда общественность все же критикует певицу. Так, множество возмущенных комментариев пользователей Instagram собрал опубликованный на страничке Валерии кадр из ее нового клипа. Увидев на снимке актера Самина Сирии полуобнаженную девушку, пользователи возмутились развратной сценой, а звезду фильма «Такси» назвали скандалистом с плохой репутацией.